Дорогие друзья, всем привет! Всем отличного дня, замечательного настроения и прекрасного самочувствия. Сейчас мы находимся в деревне Крестовка Илекского района Оренбургской области. В общем, хочу вам что рассказать. Сейчас мы будем выезжать отсюда. Надо съездить в магазин. Магазин находится на той стороне села. И для того, чтобы туда проехать, нам придется объезжать через все базы, через там вот. Тут село, знаете, как расположено, интересно. Часть домов там, часть домов там. Немного домов вот тут, вот видите, хоп, пустырь. И вот еще чуть-чуть домов. А здесь, как видите, мост через реку в связи с потопом смыло. То есть придется объезжать. Вчера мы, когда сюда заехали, хотел я проскочить, пытаться, но ладно, этот не стал. Видите? Сразу бы смыло просто. Я вас приглашаю со мной прокатнуться по данному селу, по данной деревне. Посмотреть все. Слышите, лягушки квакают, а? Ну ёпарасоте. Семен Семенович. Смотрите, ребята, вот такой, в общем. Интернет ловит не везде. Точнее, везде не ловит. Поэтому здесь очень грустно. Ладно, книга спасает. Книжку себе заказал. Хоть почитать можно. Друзья, лайк, подписка. Поделиться с друзьями, с кентами. И давайте будем выезжать сейчас. Посмотрим, прокатнемся. Поехали. Дорогие друзья, прокатнемся по Крестовке. Посмотрим. Сейчас будем выезжать в сторону магазина. В сторону магазина будем выезжать. Попробуем прорваться. Но через реку не поедем. Это я вчера говорил, что можно проскочить через нее. Сегодня уже, как видите, с дороги отдохнул. И сознание вернулось, когда тут лучше не проскакивать, а может проскочить. Бух сейчас здесь есть. Ну точно. Так. Туда? Да. Взял с собой гид. Сосну залез, там мегафон ловит, через дорогу перешел, на другую залез, там может быть с конца где-нибудь поймает какой-нибудь билайн. То есть грустно все. Здесь же также живет молодежь, как бы люди же с удовольствием бы пользовались.
добраться до начала деревни, где стоят магазины. Здесь, кстати, до сюда тоже зашла эта мусорная реформа. Также поставили баки, с людей берут деньги за вывоз мусора, но по факту вывоза мусора никакого нет. Проезжали вот вчера, я просто обратил внимание. Баки заваленные стоят, около баков лежит мусор. А ничего не происходит.
звонку, по стуку, по клику. Поэтому сейчас, если второй закрыт магазин, будем вызывать. Продолжим. Все, дорогие друзья, забежал, посмотрел. Там маленькие, обычные, как ларьки вот раньше были, такого же вида магазинчик. На остановках, вот, которые были, ну, там все самое необходимое. Конфеты, манфеты, мыло и порошки. Сейчас едем в соседнее село. Село Студеное или деревня Студеное, как это свой село все-таки, да. Меня поправили, что это село. Едем туда, давайте вместе прокатнемся, посмотрим. Вот смотрите, народу заняться нечем, интернет нет. Люди на улице. В этом магазине
Смотри, сколько лошадок. Смотри. Видишь? Смотри. Смотри, лошадок сколько тут. Все, заезжаем в населенный пункт. Дорогие друзья, сейчас вот заехали в село Студеное, зашли в магазин, потому что в селе Крестовка магазины совсем, ну как будем так говорить, слабо с ассортиментом. Заехали сейчас вот, я так понимаю, это какой-то центр, так как здесь административное здание какое-то находится. Прокатимся сейчас по населенному пункту, посмотрим. По возможности, если найду численность населения, обязательно текстом выставлю здесь на видео. Но пока вот достаточно прикольно здесь. И все так оформлено, симпатично. И, мне сказали, здесь много магазинов. Прокатимся, посмотрим, что есть. Как я уже говорил ранее, друзья, лайк, подписка, поделиться с друзьями, с кентами, быть на связи. Ну, и погнали. Погнали, друзья. Дорогие друзья, как я говорил, давайте прокатнемся, посмотрим село Студеное. У местных сейчас спрашивал, сколько численность населения. Никто ничего не знает, только в интернете смотреть. Поэтому, друзья, будем смотреть. И я говорю, как уже говорил ранее, по возможности выставлю. Ну так, смотрите, все ухожено, красивые деревья всякие. Смотрите, клуб какой. Сейчас, друзья, покажу, секунду. Сельский клуб. РТА. СДК Студеновский. Вот так вот, друзья. Если дома грустно, пришел в клуб. На танцы, потанцевал, повеселился. Детский сад, да? Детский сад. Достаточно тоже симпатичный детский сад. Следующее здание — это школа, да? Это школа. Напротив школы еще один магазин. Смотрите, ситуация, как я уже говорил, с мусорными баками. Здесь мусор вывозят.
этих домах, мы сейчас говорим, что двухэтажные квартиры, представляете? То есть и первый, и второй этаж твой. Таунхаус своего рода, так сказать. Живут же люди, шикуют, могут себе позволить. Да? Пионерская была бы. Вот где она, на доме написано. Местные люди очень вежливые, здороваются, все очень все вежливо, все хорошо. Очень приятно. Направо мы поворачиваем на улицу Советская. Улица Советская, дорогие друзья. Вот, смотрите. Кстати, на что хотел бы обратить внимание. В Оренбурге асфальт могут менять на одной и той же улице, независимо от того, даже что он еще и не, никак не прохудился и не испортился. А здесь улица асфальта, в принципе, даже не видели. Раньше был раньше, да? Да. Вот у меня сейчас вообще информация гид, что раньше был здесь асфальт. Съезд, проезд. Что? Въезд на дамбу запрещен. Вот и все, друзья. В связи с потопом, давайте попробуем уйти направо. Я надеялся, что здесь вот этот направо будет куда-то вести. Посмотрим. Мне кажется, никуда она не ведет. Ну, мы посмотрим. Вот сейчас вы знаете, друзья, вместе со мной погружаетесь вот в этот вот в сельскую жизнь, вот этот вот сельский,
сельский. Кстати, сюда, наверное, тоже нельзя, это же та же дамба, правильно? Я просто объехал тут проезд, да? Наверное, мы не будем рисковать, а то сейчас местные ведут, скажут, что ты чё? Русский читать, что ли, нахрен не забыл? Не понимаешь, что ли? Ты чё? Давайте будем разворот делать. Посмотрели зады у этой улицы. Это какая-то улица Пионерская, да? Зады мы их посмотрели. Теперь поедем в обратном направлении. Можно поехать вот тут вот по задам. Но я не думаю, что нас интересует. Там дороги-то нету. Она вон все закончилась. Вот так вот люди живут. Направлении по улице Советская, это село Студеное. Что здесь налево попробуем или не стоит? Давайте попробуем. Ого, как мы сейчас куда, в сторону школы едем или что это? Здесь это ориентируйтесь, ребят, не может, кажется, здесь оставаться. Смотрите, какая загородка на крыше стоит. Отличная вещь. Голубей. Тоже, кстати, местные жители катаются на велосипедах. Но знаете, что меня больше всего поразило? Илеки просто абсолютно все гоняют на велосипедах. Просто все гоняют на велосипедах. Слева здание фельдшерско-акушерский пункт службы здоровья. Боково. Что? А, за ней больница. Местный рэпер идет. Там енот дорогу перебежал. Как думаете, это почему? Если кошка перебежала, это значит к везению. А если енот? Кстати, вчера нам дорогу переполз уж. Первый раз я так близко видел ужа, знаете, вот прям на расстоянии вытянутой руки. Я нет, никогда. На картинке там. Я первый раз видел уже. Я живу от речки далеко, на речке был 2 раза и 3 раза, может. Да, кстати, друзья, я не умею плавать, даже метр не плыву, потому что на речке был за всю жизнь 2 или 3 раза.
одной стороны, зачем уметь плавать? Вот мне, если я далеко живу от воды. Но в этом году Урал в Оренбурге устроил потоп, поэтому я даже немного нервничаю, что, дай бог, как выплывать. Двигаемся сейчас по улице. Советская, там, Кирова и так далее, там подобное. Такую эту улицу я первый раз слышу. А, в честь него назвали? Да. Есть предположение, что это вот в честь преподавателя. Привет, студеновская коза. Всем желаю отличного дня, замечательного настроения и прекрасного самочувствия. Друзья, лайк, подписка. Не за себя прошу, а за козу. Куда, сюда? Сюда. Прямо, да? Лошади по всему селу ходят. Такое вот большое, красивое село. Трава, смотрите, такая прям с цветочками. Ковер такой. Охота лечь и поваляться. Так щеками сделать в муравейник. А, друзья, вот кто точно так же хочет, напишите в комментарии. Я тоже так хочу в мягкой траве поваляться, вот так вот сделать хорошо, чтобы это было. Вот смотрите, есть же такое понятие, как студия, квартира. А вот смотрите, студия, дом. Вон заходишь? Все, и студия сразу заканчивается. Студия дом. Микродомик. Микродом. Магазинчик. А, магазинчик даже, да? Раньше, по-моему. Дорогие друзья, поступило предложение остановиться, пока есть свободная минутка. Запишем видео. Вот мы оттуда приехали. Смотрите, здесь вот село заканчивается. Или отсюда наоборот начинается, я не знаю. Вот, пожалуйста, чей-то двор.
затопило. Вот до сюда дошла вода, походу она была даже до сюда. Вот такие вот, дорогие друзья, запах речной, прям пахнет речкой, это вот водой. Рыбы никакой не вижу, хотя местные говорят, что рыба здесь есть, ну, плавает. Не знаю, насколько правда, это вот, наверное, ставили метки. Такие пироги, друзья, поэтому вот вам еще один момент, вот когда куда вода дошла, как могла пойти дальше. Вот такие, друзья, пироги. Лайк, подписка, дальше будем двигаться, еще что-нибудь покажу. Сейчас пока прервусь, посмотрю, что можно еще интересного увидеть, тут записать. Дорогие друзья, в общем, теперь представилась возможность пройтись по населенному пункту пешком, записать видео. Давайте вместе прогуляемся, посмотрим. Идем с ребятами в магазин, да, покупать всякие подарки, гостинцы. Знаете, здесь такой чистый воздух, небольшой этот ветерок, еще вода подошла близко. Прям здесь как-то все по-особенному. В Оренбурге, даже если все равно все не так, даже если вот было бы что-то похожее. Вот видите, дети веселятся, ребята из Бузулука, маленькая, это из Оренбурга. Доченька, ну что такое? Обтряхивайся. Аккуратнее, ребят. Отойдите, пожалуйста, машина едет. Идите за руки. Уходи. Мама, уходи. Я люблю. Ну, друзья. Видите, он еще продается. Не теряют надежды. Пожалуйста, флаг ЛДПР. Такая небольшая у нас будет сейчас прогулка по селу. Посмотрим все. Детям здесь хорошо, да? Они независимы ни от гаджетов, ни от курсов, ни от чего, ни от работ. Идут веселятся, у них все классно. Вот такие, друзья, у нас пироги. Так наша поездка немного пошла, будем так говорить, пешим ходом теперь. Вроде хотели прокатнуться, но нет. Теперь мы гуляем. Все, смотри, где цветет. Все очень красиво. И тут сейчас такое время года, как раз когда можно этим насладиться всем. Потом лето, потом уже все сгорит. Под солнышком все сгорит, в смысле. Да, малыш. Доченька мне дарит цветочек. Спасибо, моя хорошая. Вот, пожалуйста, ребят. Такой цветочек мне подарила. Это коровки.
Вот, смотрите, ребят, сельская жизнь. Бегает. А, пахнет, знаете, где-то что-то кто-то ждет. Баню топит или шашлык. Смотрите, а? Кто сказал, что студии только в Оренбурге? Вот дом, студия. Я не успеваю за молодежью. Коровы ходят. Это натуральная сельская жизнь. Эх, где-то кто-то, я говорю, пахнет костерком. Вот еще один дом, студия. Я не знаю, что это может быть, какие-то погреба или как это вот что-то. И спросить надо бы сейчас кого-нибудь, если видим. Хозяева будет тут стоять. Скажет, а ты кто такой, с какой целью интересуешься? Че тебе все интересно? Скажет, тебе морда какая подозрительная. Пожалуйста, коровы прям по населенному пункту от души гуляют. Знаете, пахнет вот этой вот травой, это все цветет, и костерок, и ёпрстые, ребят, вообще вы не представляете, каково это вот здесь вот сейчас. Круто как находиться, как это как-то прекрасно, еще солнышко, прям витамин D. О, смотрите, лошаденок, жеребенок. Смотрите, мама лошадь и лошаденок маленький. Сейчас. Вон он, видите? Мама лошадь и маленький лошаденок. Друзья, пожалуйста, жеребенок. Смотрите, ай, красиво. Красиво, да, ребят? Вот смотрите, такой дом с заколоченными окнами стоит. А вот коза, которая передавала привет. Это сельская жизнь, ребят, это прям здесь свой мир. Здесь все совсем не так, как в городе, поэтому. В городе вот вы видели, чтобы козы паслись или вот такие вот коровы ходили. Кстати, где-то я в Оренбурге видел, кратковременно проходили коровы, потом куда-то в срочном порядке загнали. Дети пришли в магазин. Сейчас, ребят, прервемся, чтобы тут купить гостиницу, в общем. И потом продолжим запись, когда будем идти обратно. Вот, друзья. Вот один лодку несет, это другая, это что-то на него. Какие-то ребрасти. Коза хочет с нами подружиться. Дочь, айда с козой дружиться. Пойдешь дружиться с козой? Привет, коза. Все, пошлите. Вы будете мороженое? Открывайте, берите, если хотите. А мне сейчас откроют. Да, откройте. Вкусно, дать? Взяли вон целый пакет гостинцев.
там и попить, и мороженое. Всякие. Тут все, дочь, в пакете лежит. Сейчас. Да. Вот в пакете, дочь, лежит. Да, да, да. Дети довольны. Ребята, вас не догоняем. Так вот. Друзья. Я, знаете, тоже, когда был маленький, жил. Смотрите, у нас какие. Пошли в мусорку выкинули. Когда был маленький, тоже любил, когда приезжали гости сюда, пойдем в магазин тоже, мы выбираем гостиницу, то есть был полный безлимит, никаких ограничений, все что хочешь бери и ну, кайфуй. Спокойно все, смотрите, ни машин, никто никуда не торопится, никто никуда не бежит, не едет. Это, знаете, прямая противоположность городу Оренбургу, району Мертвый город, который, смотрите, много места. Смотрите, опа, смотрите, сколько места. В Мертвом городе в Оренбурге машину не поставить, нереально просто поставить машину. Все заставлено, все завалено. Безостановочная суета. Все куда-то бегут. Здесь абсолютно спокойно. Здесь жизнь идет вообще. Куры. Куры тоже идут. У них тоже дела. А? Лайк, подписка. Обязательно пишем комментарий про курей. Кто курей не видал, тот студеном не бывал. А? Ребят, смотрите, лавка какая. А? Круто же. А вот еще один домик небольшой. Интересно, в чем суть этих домиков? Это может быть какая-то тусовочный домик, когда вот в таком доме живешь, жена замучила, этот чик убежал в этот тусовочный домик, закрылся там, у тебя там стоит игровая приставка, какие-нибудь вкусняшки, или просто интернет подключен, сидишь там в интернете, балдеешь, от всех закрылся, прохладно, лег, лежишь, а? Тусовочный домик, давайте его называть домик для тусовок, вот так, сразу привлекательность, смотрите, какой вообще тусовочный домик с крышей. Заходишь или собираешься там с друзьями, садитесь вечером и играете в нарды. О, это бомба, ребят. Играть в нарды — это вообще бомба. Вот в этих тусовочных домиках играют, походу, в нарды. Собираются люди и балдеют. Ребят, не отставайте. Знаете, здесь такой вот прям воздух, как вот сказать, сочный. То есть в Оренбурге он серый, не сочный. Здесь вот все такое цветет, вот эти вот разные запахи, костры, травка, эти всякие цветущие растения, деревья, вот эти моменты все. Смотрите, вон дерево, видите? Прям белое. Видите? Вот прям по курсу. Из кустов зеленого выглядывает белое дерево. Цветет. Красота. Ребята, просто хочу напомнить всем, что мой канал называется Видеоблог. Видеоблог. Это мой видеоблог.
И здесь снимается то, что происходит со мной, и то, что я вот сейчас здесь делюсь с вами. Все, что происходит вокруг меня. Просто многие скажут, непонятно. Видеоблог 56 вроде про Оренбург. Да не про Оренбург, канал про меня. Просто я показываю все, что происходит вокруг меня. И когда в Оренбурге, я показываю Оренбург. Да, слышите, что вам говорят, ребят? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь с друзьями. Это вот эти что говорят, самое важное. Вот так вот, друзья, и живет село. Я бы уже, наверное, не смог бы тут жить, потому что, ну, все-таки уже привык к кое-каким моментам, с которыми мне сейчас, ну, тяжело было бы расстаться. А вот, хотя, может быть и... Что такое, дочь, у тебя? Ручку измазала? Понятно. Ну что, братка, пускай кушает. Вот мы и пришли, друзья. Ой, кажется, фокусировка произошла. Вот мы уже практически пришли. Вон вода. Вот она, наша машина. Мы пойдем дальше в гости. Смотрите, какой прикол. Подкова. А? Старая, старинная. Друзья. Так вот тут и живем. Так и живет село. Вот вода. Мы вышли уже на край села. Все, ребят, давайте ставим лайки, подписываемся и делимся с друзьями, с кентами. Ну все, дорогие друзья, мы после, как эта деревня называется, как мы видели? После Студеного, да, приехали опять в Крестовку, решили все свои вопросы и сейчас едем. Ну, будем ехать в Оренбург, но, возможно, еще раз заедем в Студеное разочек. В Студеное заедем, чтобы повидаться еще раз с родственниками. И будем двигаться уже на Оренбург. Вот такое, в общем, у нас было небольшое путешествие в эти выходные. Поэтому, друзья, давайте вместе еще прокатнемся разок, посмотрим все. Посмотрим, прокатнемся. И вот когда мы уже выйдем на трассу в сторону Оренбурга, уже все. Смотрите, давно кто не видел, я вот даже 100 лет не видел, что пасли коров. Здороваюсь со всеми местными, как будто я их знаю. На самом деле ни одного не знаю. Но упорно со всеми здороваюсь.
поздоровался, еще поздоровался. Сейчас, ребята, открывал багажник, как будто, знаете, лопатами пыль закидывали. Вот настоящий пылесос. Я что-то не помню. Ну, какая-то дорога была, где мы стояли по грязи, по грязи, где-то нормально. Давай здесь попробуем. Холодильник.
желание охотно на родники заехать, проехаться там по старинным всяким местам, по заброшенным деревням. Как это?
здороваются, все такие вежливые. Это вообще по кайфу. Здрасте. Ну, дом убирается. Надо со всеми здороваться. Надо со всеми здороваться и всем желать отличного дня, замечательного настроения и прекрасного самочувствия, друзья. Всегда так делаю. Перепрофилировали под летнюю кухню. Вот так вот не разбираем. Но я почему-то был уверен, что все-таки это нарт-домики. Все, дорогие друзья, сейчас мы ненадолго прервемся. Я еще, может быть, сейчас что-то запишу. И обязательно увидимся в новых видео или в новых трансляциях. Конечно. Не переключайтесь.